Так вот командор Пригорск рыбачит. Тренуется. Пригорцы болеем, у нас болеем. Ну что, призы получены, а мы переходим к награждению участников, которые заняли третье место в наших сегодняшних соревнованиях. Очень приятно, что эти люди очень долго к нам собирались, наконец-то приехали и все-таки заняли призовое место. Третье место в наших сегодняшних состязаниях заняла команда города Углегорска. Молодцы, ребята, просим пройти команду для награждения. Награждается Василий Евгений. Награждается Иванов Владимир. Награждается Бурдинский Константин. Награждается Вершинин Евгений. Ребят, давайте еще раз поприветствуем наших гостей. Они, надеюсь, у нас впервые, но не последний раз. Мы ждем обязательно их на очередных соревнованиях. Отлетели!